Ну, чтобы вы понимали, куда я поднимаюсь. Вот, смотрите, глубина каньона. Вот такая вот пропасть. Как говорится, вид сбоку. Вот так вот. А теперь поднимемся на сам каньон. Не каньон, а носик Фрунзика. Очень мясистый носик. Всем добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Не помешаю? Нет. Опа, кто-то рискует ползком. Ну, надо вспомнить героиню картины «Титаник», как она на носике корабля стояла. Ты меня сзади поддерживаешь. Ну, я попытаюсь ненадолго. Разница есть, да? Готово. Как ты там видишь сильно? Долго. Если чувство равновесия плохое, лучше не стоит. Потому что нет ограждений. Вот и да, как его поймать. То есть ты не поймаешь баланс, потому что он то держит, то отпускает, то держит, то отпускает. Вот и вся ситуация. Ну, я в горах давно, ребят. Это разные вещи. Равнинный горец, у него чувство баланса в крови. Так что не рискуйте, повторяю мои походы. Вот еще много желающих подняться на носик Фрунзика.